Однажды я загорелся покупкой внешнего SSD от Samsung. Меня очень бесили мои HDD, которые я понапокупал различных объемов. 2 терабайта, 1 терабайт. А бесили они меня в частности из-за того, что у них была очень низкая скорость чтения и записи. Файлы, которые я на них перекидывал, допустим, с квадрокоптера, либо с экшн-камеры. Потом, когда мне необходимо было монтировать, я сидел по 20-30 минут, ожидал, когда же эти файлы перекинутся. Потом я что-то забыл, приходилось возвращаться, вновь перекидывать. И так происходило постоянно, и меня это жутко и жутко бесило. Всегда хотелось, допустим, иметь внешний какой-то накопитель, который можно было подключить к компьютеру и прям на нем с помощью его памяти производить монтаж, не перекидывая файлы на компьютер и не заполняя внутренние SSD самого ПК. Данный товар я нашел, выбирал между SanDisk, а также Samsung, но остановился на более для меня предпочтительном бренде, тем более цены на него на AliExpress в июне месяце были очень и очень вкусные. К примеру, вот данный SSD на 2 терабайта Samsung T7 у нас стоил от 32 до 39 тысяч рублей. На Алиэкспрессе я его купил всего лишь за 16,5 тысяч. А сейчас эта цена немного выше. Почему? Потому что курс рубля к отношению к доллару ослабевает, и цены на AliExpress непосредственно коррелируют с этим курсом. Поэтому, если у вас есть какие-то избранные товары, которые вы давно хотели купить на AliExpress, то я считаю, сейчас это сделать самое время, потому что в дальнейшем курс рубля все равно будет ослабляться до 70-75 рублей. Я за июнь-июль месяц приобрел очень много товаров, которые у меня уже давно лежали в избранном, и цены на которые вот в этот период были на 20-30% дешевле, чем год назад, там, полтора года назад и так далее. Ну а теперь давайте перейдем к обзору самого товара. Он достаточно компактный, в длину примерно как 2,5-3 флешки SD, и длина его составляет 85 мм. Ширина 57 мм, плюс он очень и очень легкий, вес его составляет всего лишь 58 грамм. В комплекте у нас идет небольшая инструкция, два кабеля на USB Type-C, USB Type-C, и второй кабель USB Type-C, USB A. Скорость чтения данного SSD составляет 1050 мегабит в секунду, а скорость записи 1000 мегабит в секунду, что и позволяет, допустим, совершать монтаж с этого SSD, что позволяет обрабатывать фотографии, а также просто хранить данные на данном SSD. Также мне очень нравится брать его в путешествие. Допустим, у меня идет съемка с квадрокоптера, с экшн-камеры, с цифрового фотоаппарата. Я прихожу вечером в номер, перекидываю в папку, допустим, отдых там 2022, все свои файлы, и по итогу, когда отдых закончился, у меня все мои файлы с этого отдыха хранятся на SSD. Я его подключаю потом к компьютеру и произвожу монтаж, обработку фотографий с него. И не нужно перекидывать эти файлы на внутренний SSD. В сравнении с внешним HDD, которых у меня много, он выглядит очень-очень компактным. Из данного видеоряда вы сейчас можете увидеть и сопоставить примерные размеры, как они выглядят вживую. Он выполнен очень качественно, ничего не люфтит. Есть у нас на лицевой стороне индикатор, который сигнализирует о передаче данных, о подключении. Ссылку на данный товар я оставил в описании. Это проверенный продавец, у которого я приобретал лично себе данный товар. Можете перейти, приобрести по ссылке данный товар, но если же вы будете приобретать товар у другого продавца, обязательно ознакомьтесь с отзывами, потому что часто присылают не самсунговские SSD, внешний вид такой же, но это не Samsung, что является подделкой и скорости не соответствует. Если вам понравился данный обзор, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал